Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир, и как ты видишь, я в Лиге Мастеров. Три звезды, да, ребята? Но я потратил очень много откатов. Если честно, я потратил все откаты, практически все, ребята. Я потом еще докупал, и всего лишь 7 осталось. Но это не важно, важно, что мы получили с тобой платиновые осколки. И сегодня у нас, ребята, понедельник, буст уже... как 3 часа назад прошел. Ну, мне надо было сходить по делам. А до этого я никак, ребята, не мог, потому что не произошел еще откат в то время. В общем, ушел я надолго по делам, и вот сейчас только вернулся. Поэтому давай сразу же начнем с прохождения. Так, давай попробуем найти 11.11 для начала. Смотри-ка, игра. Опа, тихо, нашел, ребята. Ну что же, давай начнем потихонечку. Раз, два, три. Так, ребята, что? Купил сегодня абонемент. Абонемент купил в тренажерный зал. В общем, возвращаемся к старому. Как говорится, вперед за тренировки. Можно было бы, конечно, сегодня сходить вечером. Сейчас на моих часах 6 часов вечера. А оно работает до 10. Но я уже так подумал, наверное, схожу лучше завтра, где-то в часиков 12, может быть, в час-два. У меня безлимит, ребят, я могу сходить хоть в 9 утра и вплоть до 10 вечера заниматься. То есть у меня вот такой вот абонемент взят. Короче, хотелось бы мне, конечно, вначале переболеть. Ну, если кто не в курсе, ребята, то переболеть — это значит сходить на тренировку, позаниматься. Потом у тебя 2-3 дня будут болеть мышцы. Вот, и эти дни ты не сможешь ходить. А абонемент у тебя проплаченный, поэтому каждый день, то есть вот, как тебе объяснить, каждый день. Раз, чё несу, блин. В общем, короче, ребята, 3 дня не ходишь, да, а у тебя абонемент проплачен. То есть ты как бы, ну, минусуешься. Хотя я тренируюсь и тренировался раньше через день. Но с моим графиком работы, который скоро уже... ребята, вернется, как говорится, в свою стезю. Вы знаете, что у меня по 12 часов я работаю. И работаю по 2 дня. То есть 12 часов с утра 2 дня и 12 часов в ночь тоже 2 ночи. Вот, и между утром выходной один, а между ночными 3 выходных. Так что получается у меня где-то в неделю максимум, ребята, максимум — это будет 2 тренировки. Это в лучшем случае. Вот, а абонементик, я тебе скажу, не дешевый, друзья мои, не дешевый абонемент. Ну, там, помимо тренажерного зала, сауна, там же, что у нас там же, солярий, еще там что-то. Так что, надо, ребята, приводить себе форму, а то я что-то уже раздрябался. Так что надо немножко подтянуть себя. Я не говорю, что я там собираюсь, ребята, до усеру заниматься. Нет, чисто для поддержания формы. Все, не более того. Так что в элиту 2 звезды мы уже, ребят, с вами перешли. Ну что, давай тогда. Опа, 13-15, отлично. 13-15 — это то, что нужно. Так, мы с тобой берем 56-е. Уже 5 персонажей, ребята. Мы только начали играть, уже 5 персонажей дают нам. Отлично. Ну давай сюрикены. На тебе бомбочку туда им, для затравочки, так сказать. Нормально, да, я так хлопцев бомбанул. Ну что же, погнали дальше. Погнали, наши вороны. Элита 3 звезды. Так, значит, скоро уже будут, что? Правильно, ребята, скоро будут самураи. 13-16. То, что нужно. То, что, как говорится, доктор прописал. Раз, два, три, четыре. А что я делаю-то? Что я делаю? 3-4, дальше продолжаем. 5. Все. Пошел искать уже. За хай-левелом побежал. Потом вспомнил, что мы с тобой со сумками тут пока деремся. Так что... так, минус. Отлично. Так, надо... да-да-да, надо этих кроликов лупануть, ребята. Так, дальше у нас масуха от Рафаэля. Опа. Опа. А папулечки... так, ну, успокойся, парень. Успокойся. Тынь-тынь. Давай еще удар.
Молодец, Бибоп, красавец. Ушатал. Ушатал их всех тут. Ну что, мы с тобой продвигаемся дальше. И 50-е место будет? Вау, да мы почти, ребята. Так, подожди, 13-16, может быть. Вряд ли. Вряд ли они, конечно, мне дадут там что-то. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Но мы с тобой, видишь, мы с тобой на следующий ранг-то не пришли. То есть у нас уже задержка получается, да? И это в элите. Это да даже не лига самураев, ребят. Это обычная вшивенькая элита. Вот так вот. Хм. Это даже, друзья, не самураи. Я уже там молчу про сёгуны и про все прочее. Да, вот такие вот дела. Нет уж, давай ко мне 14-17. Вот. Что у него тут? 40-й, 41-й, 39-й. Ну, как ты видишь, они, ребята, все пока в серебре. Кто-то даже, по-моему, там у них имеет бронзу. Ну, сам понимаешь, что для меня это раз-два и обчелся. Хорош. Так, ну-ка. Пам-пам-пам. Нормально. На-ка тебе смертельную волну. Тьфу. Точнее, я бы назвал не смертельная волна, ребята, а огненная волна. И Рокл добивает. Такой довольный шимпанзюха. Хлопает он там мне в ладошки. Ну давай, господи, что это там? Так, ребят, самурай, 2 звезды, 74-я позиция. Понятное дело, что сейчас мы с тобой никуда не перейдем. Ищем. Ну, 14-18 по... Опа, дали. Дали, друзья. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 44-й против 57-х. Ну, в принципе, у нас, ребята, есть очень даже неплохой шанс, скажем так, наказать их. Да ладно, что такая муха-то же... А что такая живучая муха-то оказалась? Эй! Фига себе, ну-ка давай. Ну, хотя бы здесь, ребята, наказали двоих. Начинаются массовые атаки, да? А если я поджег? Вот и все. Через поджог их всех, друзья мои. Накернил. Так, и у нас 11-я позиция. То есть Лига Самураев 3 звезды уже вот-вот стучится в дверь. Так, 14-18. Ну, наверное, больше мне не дадут. 14-18 это как бы за предел. Вообще они у меня, ребят, до 14-17 скинули. Ладно, раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Ну-ка, сделаем так. Вызовем летучку. Давай, наверное, массовую сделаем через Рафаэля. Кувалду. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну зачем же ты так, а, Эйприл? Ну зачем ты так? Я вот тебя просил так поступать со мной? По-моему, нет. Чихать не хотели, ребят, на меня, по-моему. С большой колокольни. Ну давай, Рафаэль, не выделывайся. Давай. На! Ладушки сыграли. Ну понятно, Донателло тут как всегда выпендривается. Ну с защитой стоит, ребят. Но тем не менее Шинигами его накернило. Только что сам видел. И самурай 3 звездочки. Позиция у нас, ребята, 58-я. Так, хочу, конечно, получить 15-19. Но мало ли что я хочу. Хочешь ты много чего, а получишь ты, как говорится, кукиш с маслом. Воу, воу, воу. Ребята, я выбил. Я выбил, друзья мои, 15-19.
Нет, мне кажется, все-таки можно, ребята, выбивать каждый раз повышенный ранг. Но очень долго надо ролить. Очень-очень-очень-очень долго. Но получить, мне кажется, можно. Хорошо, всего двух ударов им достаточно было, ребят, чтобы их наказать по полной программе. И мы переходим с тобой на... Опа, чуть-чуть, друзья мои. Вот вообще тютельку не хватило, чтобы мы с тобой просто перешли на ранг выше. Совсем малепусенько не хватило. Ладно, бог с ним, я, ребят, такой. Я терпеливый. Я подожду, я потерплю. Но зато потом я так оторвусь на них. Ой, мама, не горюй. Паришь колбаски. Идеальная атака. Ну что же, давай смотрим, какое место. Ну, так, ребята, сёгуны, а местечко у нас 56-е. Так, подожди, дай-ка мне. А я ж... Вот, не, подожди. А, у нас 15-20 идет, а я думал 16-20. Тогда ладно, тогда нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, у нас уже 70-ники, друзья мои, против 52-х. Ну-ка. Так, кунай. Муху. Надо муху, ребята, уничтожать. Так, крик души. Давай массовая атака. Добиваем. На тебе. Просто называется пальчиковый удар Сифу, друзья мои. Применяет у нас сплинтер. Так, с 15-20, да? Надо 15-20. Подожди, ну ладно, фиг с ним. Вон, Максимка. Максим Городобоев против нас играет. Но, сам понимаешь, что он тут сделал. Да что он сделал, ребят? Просто сейчас сляжет, да и все. Красиво. Просто красиво упал. Но... Так, все, он 2 звезды, 64-я позиция, ребята. Берем 15-20. Раз, два, три, четыре, пять. Я Шердера оставил специально, ребят, на потом. Хотя тут и без Шредера команда довольно лихая, если честно. Что стоит Рафаэль, да? Что стоит у нас вот этот вот Усаги, который психанул и рубанул всем по полной программе. Так что удивляться здесь, ребята, нечему. Ну что, 21-я позиция. Так, у нас остаются, ребята, остатки роскоши. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Мы с тобой перейдем в лигу сёгунов. 2 звезды получается, да? И что? И... Ну, вышку, верхушку мы с тобой не возьмем сегодня, ребят. Это уже понятное дело, потому что у нас элементарно не хватит персонажей. Что такое? Элементарно не хватит нам персонажей. Так, 3 звезды все-таки, ребят. Сёгун, 3 звезды. Что-то я... 2 звезды. Вот. И... Нет, давай-ка 17-22. Должно быть так. По идее, да? 17-22, но, видишь, дают 16-21 пока. Пока что-то вот так как-то. И не хотят, ребят, не хотят уступать вообще. Вот смотри, не на грамульку. Они вон понижают, 15-20. Слушай, не хотят. Раз, два, три. Ну, давай так, поехали, фиг с ним. Где-то, ребята, я в одном поединке что-то где-то упустил. Почему? Потому что нам как раз не хватит одного, наверное, поединка для того, чтобы мы с тобой перешли на Лигу Мастеров. Да, ребят, скорее всего, одного поединка нам не хватит. Даже если я здесь сделаю откат...
Даже если я сделаю здесь по откатам, мне все равно не хватит, ребят. 37 ступенек на Лиге Мастеров, в Лигу Мастеров, чтобы перейти, нет. Скажут, закати губежки обратно. Слишком жирно тебе так будет. Надо было просто ракетами бомбануть и все, ребят. Блин, самое противное, что мне, ребята, ужасно хочется спать. Ужасно просто хочется спать. Я встал сегодня рано, и меня так рубит в сон. Ты смотри, ребята, мы попали с вами в Лигу Мастеров, но мы сделали с тобой три отката. Три отката я сделал для того, чтобы, ребята, была у меня фул команда. Я даже не знаю, засчитывать это или нет, но я думаю, что засчитывать вы это не будете. Но, тем не менее, это, по-моему, самый лучший результат за последнее время, который у нас только был. Что мы вот так вот с тобой хоп, и все, ребята, и уже, как говорится, в дамках. Так, ну что, давай мы ищем. Сколько он? Ого, 71 тысяча мутагена. 71 тысяча мутагена. Так, где у нас Донателло? Иди сюда. Обалдеть, друзья мои. У нас 98 уровень у Дони. 98 уровень. Это два уровня и все. И, как говорится, он будет в топчике. Так, а здесь... Что ты делаешь, Рэй? Я хотел, блин... Я не туда нажал. Ой, дурик, дурик, дурик ты, конечно. Так, 9 номеров, ребята, давайте искать. 1, 2, так, 3, 4, 5, тихо, тихо. Ну. Так, 6 получается, 7, 8 и последний. Не-не-не, давай последний. Все, все, ребят. Шикарно. Раз, два, три. Так, и пройти серию испытаний. Точно, я ее, ребята. Ага, ну вот и Шреддер. Вот, друзья мои, Шреддер, вот мы с тобой переходим на второе кольцо. На второе кольцо всевласти. Шучу, ребят, просто на второе кольцо заходим, которое после проходки, как говорится, мы бомбимся с Крэнгом. Ну, Крэнга заваливаем, ну и, соответственно, это событие у нас будет полностью пройденным ракетами. Так, хлоп. Шикарно. Ну давай, выходи сюда, Шреддер. Давай, давай, да, поменьше бубни. Поменьше там своей ножкой топай. На, по щам. Тынь, тынь, тынь. Да, какие-то удары детские. Вот сейчас у нас Маузер вдарит. Фигово он вдарил. А если так? Есть. Все, друзья. Изи-катка. Изи-каточка. Шреддер не выдержал нашего натиска. А мы с тобой забираем все ежедневки. Так, а что у нас на этой неделе, друзья мои? У нас на этой неделе в турнире муха. А здесь, так, у Саги это хорошо. Ну, я так понял, уже у многих есть он. У Саги, ну, у кого нету, конечно же, ребята, пытайтесь его получить. Так, сцены насилия. Не знаю, ребят, на любителя, на любителя. У меня лично сцена насилия на последнем или на предпоследнем этапе лагает, когда я с птенчиком дерусь. Так, ну что, дорогие друзья, вроде бы сегодня неплохо. Сегодня вообще, я думаю, что самый лучший результат практически был за долгое время, чтобы мы с тобой в Лигу Мастеров попали. Ну да, пришлось взять три отката, но это для того, чтобы была полная команда. И мы зашли с тобой. А это дорогого стоит. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.